Заказывал карбюратор другого вида. Сейчас посмотрим. Такая посылка. Заказывал 6 штук, с учетом того, что некоторые будут из них бракованные. Ой, что-то он мне прислал. Какую-то фигню. Я такую фигню не заказывал. А мне взяли и прислали. Твою ж мать совсем. Заказывал 5 кардридеров, но без вот этой боковой хренотени. Положили мне не те кардридеры. Да. Ладно, проверю сейчас, что он из себя представляет. Кардридер этот. Такой я не заказывал. Еще и вставляется на чуть ли не наполовину. Ё-моё. Товар пришел не тот. Какой заказывал? Ну, давай ставим, посмотрим, работает или нет. Так. И вставляется он тоже хреново. Мешает мышка USB. Придется вытаскивать мышку USB. Так. Еще и вставляется криво вдобавок. Так. Что-то установилось. Ну, кардридер рабочий. Ладно. Проверим все. Вытаскиваем. Так. Нахрена мне столько этих кардридеров таких? Что я с ними буду делать? Определился. Зажглась лампочка красного цвета. Так. Работает. Вытаскиваем. Вытаскиваем. Вытащили. Так, здесь горит лампочка красного цвета. Здесь я не успел проверить. Сейчас проверю. Горит ли красный цвет или нет? Что-то горит, но только внизу. И с той стороны. Так, выключаем. Извлекаю. Открываем крышку. Крышка закрывается хреново. Еле держится. Короче, дребедень. Так, она была эта зеленая. Тут тоже вот в таком состоянии оно все уже чуть-чуть уже сломается. Раз. Все такое жидкое,
Заказывал уже другие картридеры, хорошие, хорошего пластика. Но это хрупкий пластик, разваливается все нафиг. Так, вставляю. Вверх ногами приходится вставлять. Что-то там мигает, какая-то лампочка, какой-то светодиод. Ну, картридер определился. Так. Ну что, придется раздать их друзьям, если не рабочая картридера. Может им пригодиться. Так. Вытаскиваем крышку, вытаскиваем карточку. Так. Так, вот так вот приходится вставлять. Картридер определился. Так. Извлекаем. Все, вытащили. Так, последний картридер. Вставляем. Так вот вставляем. Так, картридер не рабочий один. Определился. Но не появился. Так, извлекаем. Извлечь не удается. Так, вытаскиваем. Так, не туда, наверное, вставили. Сейчас сюда вставим. Так, вот так. Так. Картридер определился. Заказывал я вот такого типа картридеры. Мне они понравились. Почему? Потому что карточка вставляется в этом картридере плотно. Вот так вот. Ну, почти до основания. Хорошо. А в итоге получил я 4 вот такого типа картридера. Мне они не понравились, потому что они очень хлипкие, пластик хлипкий и с этими дырками.
Вот такой типа. Вот ее берешь, гнешь, она гнется. Пластик непрочный. Ну, кому-то, может быть, и нормально это будет. Ну, мне это не понравилось. Я написал продавцу, что вы мне прислали не тот товар. Не, товар, который не соответствует описанию на вашем сайте. На сайте были вот такие вот картридеры. Поэтому я их заказал такие. Но не такие. Хотя вот эти картридеры, они на сайте AliExpress стоят в 2-3 раза дороже. Вот эти вот рублей по 15-20, вот эти рублей от 40 и выше. Ну, продавец, видно, продает вот эти картридеры. Реклама стоит этих картридеров, но на самом деле продает вот эти. Я не знаю, для чего он это делает, но после того, как я написал ему, что вы не правы, я открыл спор. Так как эти картридеры оказались все рабочими, но мне товар не понравился, я решил открыть спор с продавцом и выставил ему половину суммы, которую я заплатил за эти картридеры. Он, этот продавец, без разговора согласился на спор и вернул мне половину денег, затраченные на 6 штук картридеров. В итоге остались у меня вот эти 6 штук. Я эти 6 штук раздам друзьям, а себе закажу вот такие вот еще. Вернее, уже заказал такие, потому что они более-менее понравились. Они очень тоненькие, пластик хороший, твердый, удобный в эксплуатации. Вот так вот. Так что, чем дешевле стоят картридеры, тем больше вероятность, что вам пришлют не то. Китайцы на это способны. Так что учтите при заказе с сайта AliExpress. Все, всем спасибо.